они едят, и потом они только узнают, что это было. Потому что этот звук очищает ваше тело. Рассвет, еще около там 6-6-15. Мы уже вот готовы продолжать свой путь, так что поехали. Такой вот восходик тут красивый. Идем на самое открытие этого дня. Глянем, хочу разведать. Не зря ли мы сюда ехали. Видите, даже с ужасным автостопом мы даже доехали за день, хотя это просто антирекорд. Фуникулер. Мы по GPS, в общем, идем, вроде нам тут недалеко. Тут, наверное, гидропарк. В общем, красиво. Местное море. Вот такой вот речной вокзал, по всей видимости. Я так понимаю, что мы 373-й, кто сюда пришел ставить палатку. Ну, собственно, и все. Она быстро собирается, 10 минут. Так что нам дали гречка с овощами и картошкой. Вкусно. Потом сладости. Томатная каша с сухофруктами. Физические сладости. Прикольно. И чай. Что-то вроде каркаде. Девушка 40 лет занимается йогой. Я приехала из Бразилии. Мое сердце наполнено любовью. Хочу отдавать и отдавать. Здесь с вами делиться. Этот звук очищает ваше тело. Ваш ум. Эмоции. Подумайте о том, как эти вибрации позитивные, которые создаются здесь сейчас, все вместе, распространяем на всю нашу планету. Пусть везде будет мир. Держать так ручки, хотя бы утром вы встали, может, перед душем, подержать так минутки две. И можно с каждым днем увеличивать время, и у вас будут очень сильные руки. Прочувствуйте энергию. Как магнит между ладонями. Можете почувствовать это прямо сейчас. Которые там живут. И сейчас с помощью силы своего ума вы можете сделать то, что она делает. Отлично. Да. Плохого в других. Ну, теперь можем фотографироваться. Всем благодарим. Благодарим всех. И Одесса.
Ele é ucraniano? Yes. Ele fala português? Yeah. Ah, não é possível. Ei, oi, tudo bem? Aqui do Brasil, né? Yes. Muito bom, nada. Obrigada. Арт-площадка, видимо, тут будет какой-то урок. Оля, какие бонеты. Угу. Сейчас? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Об этой теме я хотел бы поговорить сегодня немножко глубже. Потому что любовь является основным движущим принципом. Она тебе поможет. А вы рассказываете, как вот это сделать, да? Не рассказываю. Хорошая человек. Да вот муж. Она тут не бывает. Что нам плотно Елена, создатели, другие брахмы. Тут появился брахма, у которого 10 голов. Подушечка стоит. Брахма стоит 1000 головами. Себестоимость 50 гривен. Плюс там пожертвовали. Хорошо. По-моему, весь. Levante de noite, né? Começa a andar pela casa. Мандала. Вот, собственно, и мандала.
Мы что-то пропустили, как ее делали. Такая вот мандала. В общем, мы решили помыть ноги. Ее были еще не видно, но может у нее не такие грязные, а мне пипец просто. А карты? Теперь они хоть какие-то. Ну-ка, белый сын. В общем, лекция по этим точкам болевым и так далее, и как там делать массаж правильно и так далее. Грибы, вкуса, вишня, вишня, шпинат, сладкие козинаки, свит. Мак, кунжут, курага, арахис. Это все уже осталось. Мы в кафе используем эту колбасу, на кошку, пиццу. Вот к нам, например, приходят, они едят, и потом они только узнают, что это была колбаса без мяса. Спокойно покупают эту колбасу. Нет, они даже, например, вообще не понимают.